Всем привет, с вами снова я, Лорд КДА. Продолжаем заканчивать первый сезон прохождения игр и всего такого прочего. Ну, у нас здесь пока, кроме игр, ничего и нет. Вот. Так, поехали. Совместный режим. Продолжаем качать нову. Поехали. Так, ну раз по 40 минут примерно будем укладываться, выпуск будет длиться все, прохождение всех игр будет длиться по 40 минут. То полчаса это как-то, ну, маловато. Так, очередной сценарий. Плюс-минус на время. Ну ладно. Я смотрю, Рейнер у нас остался очень. Я чувствую, у него там будет офигенные скидосы на все. И скиллами он будет пользоваться очень часто. Он как бы 124. Мне, кстати, попадались какие-то 700 какого-то уровня. Я думаю, там все, что только можно и все, что только нельзя. Прокачано и получено со всего скидоса. Так. Давай, грузись. И не бойся, он окажется сейчас ветераном. Так, поехали. Так, Ctrl 1. Капрал Фарадей на связи. Так, я наверху. Дела плохи, командиры. ОМОН призывает осколки пустоты. Внезапно по всему он боец. Их активация приведет к уничтожению города и чудовищным жертвам среди мирного населения. Мы должны их уничтожить. Уже строит казармы. Есть, у него казарма. А. Вот, в принципе, я начал строить. Как это? Экстракторы. И это немножко по-своему в свое время называл. Но тем не менее. Потому что Виспен мне очень-очень нужен. Я очень сильно от него завишу за нову. У Рейнера побольше юнитов, которые не требуют особо много Виспена. Так. Сюдой. Так, это он тут бункер, да? Бункер. Жаль, что здесь самому нельзя выбирать какие-то улучшения и так далее. Так. Вооружён я буду. Недостаточно минералов. Будет сделано. СМ готов. Так. Так. Следующее, что нужно делать, это завод. Так, пока не будем улучшать. Готовы к бою. Что происходит? Ура!
Недостаточно минералов. Да. СМ готов. Если, конечно, сейчас будет опять протус, это будет, конечно, здорово. Так. Мы засекли один из осколков неподалеку от точки вашего приземления. Он и будет вашей первой целью. Удачи! К бою нет, готовы. Зерги. Похоже, сегодня у нас охота на зергов. Жду подтверждения. Противник готовится атаковать нашу базу. Держите нос по ветру. Улучшение. Поняла. Кого подлатать? Да, да. Что происходит? Ага. Так, а чё это я не назначаю группы? Посылайте подмогу! Войска союзника атакованы. Пристройка завершена. Открывай огонь. Они взрываются, что ни говори. Скоро враг призовет еще несколько. Я в этом не сомневаюсь. Обнаружено множество осколков пустоты. Нужно уничтожить их и поскорее. Слышу тебя хорошо. СМ готов. Пристройка завершена. СМ готов. Странные какие-то союзники мне попадаются в последнее время. Так, ну пока мы сюда не рвемся, потому что как-то многовато там. У меня не такая плотность огня. Почему не захватывают? Все всегда это делали в первую очередь. СМ готов. Эй! СМ готов. Ой. Моем распоряжении. Недостаточно минералов. Я засек вражескую атаку. Противник направляется к нашей базе. Это, конечно, здорово. Кто на новенького? Приказы будут? СМ готов. Ближе к делу. СМ готов. Все. Ну, здрасте. Кого приехали. Высылайте подмогу. СМ готов. Слышимость отличная. На связи. Канал открыт. Так, давайте. Думаю, самое время начать. Недостаточно минералов. Улучшать. Какова ситуация? Проводится диверсия. Войска союзников атакованы. Улучшение. Ядерная ракета готова к пуску. Улучшение завершено.
союзников. Командиры, вы снесли еще один осколок пустоты. Я впечатлен. Цель ликвидирована. Вычеркиваем из списка. Завершено. Улучшение завершено. Пользуется тактикой 3М. Только тут у нас вместо медивеков. Наши сенсоры засекли несколько осколков пустоты. Уничтожьте медики. Их все. Я засекла движение сил противника. Они идут сюда. Кого подлатать? Слышу тебя хорошо. Слышимость отличная. Эти пиратские отродья грабят наш город во время войны. Я знаю, это личная просьба. Поздно, но... поздно как-то. Пожалуйста, убейте их. Всех. Недостаточно минералов. Улучшение. На связи. КСМ готов. А ты в небе над Кархалом? Только не в мою смену. Первая тема из первого Старкрафта. Тирановская. Самое оно под наступление. Не берем в пути. Противник идет в наступление. Готовься обороняться. Вы ликвидировали еще один осколок. Отличная работа. Проще простого. Улучшение завершено. Высылайте подмогу! Одним осколком пустоты меньше. Прямо в яблочко. Цель уничтожена. Нет, свои бомбы не трогает. Такая хорошая бомба. Мы почти вернули ситуацию под контроль. Это последняя партия осколков пустоты. Отвоюем наш город. Эти чертовы пираты явно пытаются откусить больше, чем смогут проживать. Убейте их. Положись на меня. База союзников атакована. Войска союзников атакованы. А, вот и наш транспорт. Какова ситуация? Поняла. В твоем распоряжении. Призрак. Улучшение завершено. Положись на меня. Клеров на связи. Система функционирует. Так, в принципе, у нас даже есть лишний минерал на бомбардировку. Неудачно. Скинул бомбы.
даже в такие тяжелые времена законы должны соблюдаться неукоснительно. Войска противника направляются к нашей базе. Я во всем подожду. Выполняю. Ядерная боеголовка в полной готовности. Жду подтверждения. Войска союзников атакованы. Улучшение завершено. Вооружен и признак явился. Войска союзников атакованы. Вызываю гиперион. Посылайте подмогу! И владелец Доминион, нужно что-то посерьезнее кучки осколков пустоты. А что, были какие-то сомнения? Войска союзников атакованы. Да. Против осколков этих пустоты, ну так как-то эти си-бомбы работают. И даже ядерные ракеты. Вы расправились с еще одним осколком пустоты. Так вы уже закончили? Вот поэтому я лучший из лучших. Но этот сценарий, да, такой быстренький. За 17 минут отыгрывается. Так, поехали дальше. Что-то вот вроде новых персонажей добавляют, а... новые сценарии не очень. Рейнер 1. Замечательно. Прям огонь. Кто-то, походу, только начал. Чего пугаешь? Ритуал Ракшир скоро начнется. Слуги Амуна хотят вновь захватить власть над Талдаримами, поднявшись по цепи Вознесения. Да ты переключишься сегодня. Я, как высшая посвященная, должна уничтожить предателей. Держите свои армии ближе ко мне. Так я получу их псионную поддержку. Да, еще один уровень, где не нужно не тупить. Где желательно не тупить. Выкладывай. Если он, конечно, все не скинул. Готов.
Да, очень сейчас, не очень по-русски, но... Ладно, написал как написал. Хотя, в принципе, на меня сейчас будут агриться в первую очередь. С моего направления пойдут, но как бы... Все равно... Эту Джинару так... Толкать-то мы должны будем. Так, ага. Не можно подкидывать. Всего одна армия? Этого мало. Мне нужна поддержка обеих. Ой, что-то я очень близко поставил. Я засек вражескую атаку. Противник направляется к нашей базе. Вот это я понимаю, первая помощь. Слышу тебя, вижу войска тиранов. Так, в этот раз у нас против нас... В этот раз? Да. Против нас тираны. Что происходит? Так, ладно. Жду подтверждения. Поехали толкать ее. Поглотать. Недостаточно виспена. Серьезно? Так, это у нас контрол 0. Снова на связи. Ну и что тебе мешает двигаться? Завершена. Так. Так, так, так. Ну, по-моему, этого многовато. Не, если он, конечно, тоже на морпехах одних хочет выехать, но как бы ладно. Делай его. Так, ладно, я пошел освобождать тогда, раз все тупят. Выполняю. Войска союзников атакованы. Ага. Так. Войска союзников атакованы. Вражеские войска оказывают поддержку предателю. Их нужно уничтожить. Выдвигаюсь. Так, что мы можем? Мы можем еще подкинуть. Больше мы пока ничего не можем подкинуть. Противник готовится атаковать нашу базу. Держите нас по ветру. Если только мародеры, которые нам особо не нужны. Я обо всем позабочусь. Пристройка. Так, я надеюсь, он удержит. Удержит. Так, отлично. Так. Повтори. Во-во-во-во-во. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Все на корабль! Живо, живо! Чё-то как-то внезапно они прорвались достаточно большой кучкой. Жду подтверждения. Я обо всем. Готов. Войска союзников атакованы. Так. Недостаточно минералов. Доковайся-ка. Я уже заждался.
Как вы, говнюки, вовремя? Мой соперник получает мощный заряд псионной силы от гибридов. Скорее убейте их! Требуется помощь. Так, на 25 больше, так как так это хорошо. Ворнов накапливает до 3 заряда, хорошо. Что-то я даже не заметил, как мы прокачались. Ну ладно. Что, все что ли? Разобрались? Разобрались, так разобрались. Ядерная ракета готова. Я чувствую присутствие нескольких элементалей. Их псионное бормотание отвлекает меня от поединка. Если у вас есть лишние войска, заставьте их умолкнуть. Улучшение завершено. От этих созданий столько хлопот! Убейте последнего, когда появится возможность. Улучшение завершено. Улучшение. СМ готов. Есть, сэр. Понял. Ага. За твой счет. СМ готов. Посылайте подмогу. Да, да. Улучшение недостаточно минералов. Да ладно, 200. Что-то дофига. СМ-ка со мной согласен. А, я Нови не прокачал. Ладно. Действует. Прибережем. Так, строим, да? Хорошо. Ближе к тебе. СМ готов. Серьезно, что? Слышу, как отлично. СМ готов. Проводится диверсия. Враг отправил войска в поддержку своего претендента. Дайте им отпор. Войска противника направляются к нашей базе. Посылайте подмогу! Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Какова ситуация? Поняла. Войска союзников атакованы. Я обо всем позабочусь. Псионное
Поддержка гибридов дает слуге ОМОНа преимущество. Пора положить этому конец. Войска союзников атакованы. Ну, в принципе, справляется. Терпеть этих элементалей. Убейте этого, если у вас есть лишние войска. Положись на меня. На связи. Все на корабль! Живо, живо! Вы избавились от всех элементалей в округе. Я ценю вашу страсть к насилию. Я призвала вас не просто так. Псионная поддержка ваших войск – ключ к моей победе. Срочно направьте их ко мне. Что-то ее дотолкали как-то уж серьезно. Нова на связи. Выполняю. Поняла. Что-то они не очень хотят за ней следовать. Признак не явился. Требуется помощь. Диверсионный модуль размещен. Улучшение завершено. Высылайте подмогу! Внезапность. Слышу тебя хорошо. Не поняла. Повтори. Жду подтверждения. Гибриды обладают огромной псионной мощью. Убейте их, иначе этой силой завладеет вражеский претендент. Снова на связи. Выдвигаюсь. Какова ситуация? Я обо всем позабочусь. Войска союзников атакованы. Уже в пути. Выдвигаюсь. Лев на связи. Слышимость отличная. На моем пути находится вражеская база. Снесем ее.
и сотрем остатки в пыль. Вообще, ты это уже сделал. Вместе. Уже в пути. Улучшение завершено. Пора закончить нашу дуэль. Еще немного, и я сокрушу прислужника Амуна. Гибриды. Против них я долго не выстою. Убейте их, пока еще не поздно. Что, финита ля комедия? Поняла. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Я бы и в генштабе не потерял. Так, армейские стандарты. Увеличивают максимальное количество зарядов в модуле точной обороны на 2. Уменьшается время их восстановления на 30 секунд. А что нам это еще дает? Что у нас? Нови на 50. Исполнять 50%. Так. Скучного залпа. А, это к дробовику. Так, при переходе новый стан получает временную несвинность. Так. Ну, типа полезное, но не все, что нужное. Так скажем, моему стилю игры. Ну ладно. Тогда на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели.